Но я долго сам с собой буду разговаривать. Может, ты уже вступишь со мной в диалог, объяснишь мне, что еще произошло, а? Да я зашел на их страничку ВК, а у них все фотографии, где они с машинами. Я что, с ним пешком пойду гулять? Я знал, что ты не разрешишь. И конечно, разрешу. А зачем тебе девчонки, которым уже нужны тачки и так далее? Это не тот возраст вообще, чтобы они меркантильные были. Я думаю, им пофигу. Ну, сфоткайся. Знаешь, что они без тачек бы с тобой не пошли бы гулять, понимаешь? Я че, лох, что ли? Сказал бы, что у отца у тебя такая машина. Зачем говорить, что у тебя такая машина? Сейчас я покажу. Зачем, когда я там ломился в дверь, ты врал ему то, что ты вообще меня не знаешь, а? А что я им скажу? Че, правду сказать надо было? Это уже... Ты че, лох, то, что у твоего отца, блядь, на Ламборгини? Ты че, прикалываешься или че? Это ненормально, понимаешь? Короче. Смотри, сейчас приезжаем, ты звонишь маме. Если она не берет трубку... то отправляй ей смс-ку, что твой папа, так скажем, бывший, звонит в органы опеки, вызывает их, чтобы она уже понапряглась, потому что, так понимаю, она тебя забирать. Да. Нет. И да. Мы с тобой уже руки друг другу пожали, договорились, то, что ты осознал, уже понял то, что ты натворил, и все вполне справедливо, что я не справляюсь с своими отцовскими обязанностями, поэтому пусть органы опеки тебя забирают, я не знаю, либо... Не надо. Да, значит, мама пусть себя забирает. Езжай уже к себе, все, наигрались, хватит, бля. Провели время, ты уже зажрался, охренел и начал реально уже отвести себя неподобающим образом. Ты же понимаешь, это вообще ненормально. Сейчас кому расскажи, да мне даже не поверят, то, что такое вообще в принципе может быть, понимаешь? Я не хочу туда. А куда деваться? У тебя выбора нет. Мам, не надо. Не. Ты на жалость даже не пытайся вызывать. Все, я все сказал. Поэтому я надеюсь, что без обид мы друг друга поняли. И каждый получит то, что заслужил. Все, погнали домой. Тебе еще вещи собирать нужно, как минимум.